Всегда интересно сравнить, сбылись ли прогнозы и пророчества. Произошло ли то, что предрекали? В частности, о том, что ждет герцогов сассекских в США в их новой, свободной и финансово независимой жизни, писал и популярный британский телеведущий Джереми Кларксон. Суждения у него резкие, а к принцу Гарри и Меган Маркл, он, как следует из выступлений Джереми в СМИ, он относится, если не негативно, то с изрядной долей скепсиса. Так что ничего хорошего он для герцогов сассекских не предрекал и предупреждал их, в частности, об опасностях работы на американском телевидении. А уж Джереми Кларксону, опытной телеакуле, доверять можно. Он писал в своей колонке в The Sun. Конечно, сейчас у них есть немного денег их личные капиталы, но если они и дальше будут пользоваться частными самолетами и арендовать роскошные особняки на берегу моря, то эти средства быстро испарятся. Что тогда? Благотворительная деятельность не оплачивает счета, а вести ночное или вечернее ток-шоу на американском телевидении, поверьте, это отвратительно. Джереми Кларксон продолжает. То же самое и с платной рекламой ежедневных прокладок в их аккаунте в Instagram. Очевидно, Меган может вернуться к актерскому мастерству. А как насчет Гарри? Что он будет делать? Работать за мясным прилавком в Костко. Я встречал Гарри пару раз, и он очень приземленный, простой парень. Так что он, вероятно, думает, что мог бы выполнять такую работу, но поверь мне, приятель, ты бы продержался ровно неделю. Что ж, возможно, пара прислушалась к Джереми. К актерской работе Меган не вернулась и прокладки в Instagram не рекламирует. Ток-шоу они не ведут, и Гарри не работает продавцом в мясном отделе супермаркета. На благотворительность они ставку тоже не делают, ведь Джереми прав, счета она не оплачивает. Они нашли куда более прибыльный и непыльный способ оплачивать особняки и перелеты частным авиатранспортом. Торговать своей связью с королевской семьей. Но такое сразу после Мэкзита Джереми Кларксону, видимо, и в дурном сне присниться не могло.